Большая слава влечет за собой много искушений, а когда в бойце живут необузданные демоны, он не способен сопротивляться. Приветствую вас, печальные ивы, с вами Федорович. Все мы знаем немало примеров бойцов, которые становились убийцами в ринге, отправляя своего соперника к праотцам или делая из него инвалида после боя. Но в этом видео я хочу вам поведать истории великих боксеров, которые стали убийцами вне ринга. Сейчас ютубом творится что-то очень неладное, и мои подписчики не получают уведомления о новых видео. Поэтому прошу вас сделать маленькую махинацию. Отпишитесь от канала, а затем сразу подпишитесь и нажмите колокольчик. Благодарю. Эдвин Валеро – самый яркий, загадочный и непобежденный венесуэльский боксер своей эпохи с невероятно трагической судьбой. Кстати, я уже делал на него обзор, который вы можете посмотреть в конце видео. Уже в 25 лет Эдвин сотворил невероятный феномен, одержав победы в первых 18 поединках нокаутом в первом раунде, при том, что он выступал во втором полулегком весе до 59 кг. Валеро довел свой рекорд до 27 побед без единого поражения, причем все победы были нокаутами. Все, кто спарринговал с Эдвином, говорили, что у него невероятный удар, и он может быть круче Пакмена. Но этого не произошло. Свой последний поединок Валеро провел 6 февраля 2010 года против Антонио де Марко, который закончился отказом мексиканца продолжать бой после 9 раунда. 18 апреля 2010 года Эдвина Валеро задержала полиция по подозрению в убийстве жены, которую нашли в номере отеля с тремя ножевыми ранениями. Чемпион признался в убийстве и через несколько часов после задержания повесился в тюремной камере. Валеро не раз обвинялся в избиениях жены и нападениях на собственную мать и сестру, а все из-за бухла и наркоты. Двое его детей остались сиротами. Джеймс Батлер – американский боксер-профессионал, который стал известным на весь мир не своими достижениями, а своим мерзким поступком после поединка с Ричардом Грантом в 2001 году, отправив того в нокаут после боя тейпированным кулаком, когда Грант пожал ему руку в знак уважения. Вследствие этого удара у Гранта была сломана челюсть, прокушен язык и сотрясение мозга. Но Батлер, повергший в шок всю спортивную общественность, поставил жирный крест на своей карьере. А у него, между прочим, было 25 боев, 20 из которых победы. Кроме дисквалификации, его арестовали и приговорили к 4 месяцам тюрьмы. Но этот случай оказался лишь одуванчиком среди навоза. Батлер более 10 лет дружил с журналистом Сэмом Келлерманом, который постоянно его поддерживал морально и материально и подавал иски об отмене дисквалификации. После тюремного заключения Джеймс даже поселился в доме у Сэма и прожил там месяц, до того, как нашли бездыханное тело Келлермана, по которому было нанесено более 30 ударов тяжелым тупым предметом. Следствие выявило, что убийца является Джеймс Батлер, которого приговорили к 29 годам заключения. Но подробности, как и мотивы такого немыслимого поступка, не афишируются и остаются загадкой. Феликс Вердехо – пуэрториканский боксер-профессионал, который выступил на Олимпийских играх 2012 года и уступил в близком бою Василию Ломаченко. После Олимпиады в этом же 2012 году пацан начал свою профи-карьеру и завоевал пояс WBO, настучав по голове всем соперникам, набив рекорд в 23 победы без единого поражения, пока в 2018 году не проиграл Антонио Лосаде. Но мужик не опустил руки и после поражения одержал 4 победы подряд, снова вернув себе право боксировать за пояс чемпиона. Но этот шанс он упустил, проиграв 13 декабря 2020 года Масаёси Накатами. Как от абрикосы ждут нецветово плодов, так и мы переходим к главному абзацу в жизни Вердехо, который, к сожалению, стал не боксерским, а криминальным.
Феликс находился в официальном браке, но имел любовницу Марлен Родригес, об исчезновении которой заявила родная сестра. После расследования полиции и обнаружения тела пропавшей Родригес в реке, детективный клубок размотался. Оказалось, что Марлен была беременна и пошла на встречу с Вердехо, чтобы обсудить этот вопрос окончательно. Феликс хотел, чтобы она сделала аборт, но любовница отказалась. Тогда боксер ударом отключил девушку, накачал наркотой и сбросил с моста. За что ему грозит пожизненное заключение и вечные проклены родни. Эстебан де Хесус – пуэрториканский гений бокса в легком весе 70-х годов, который завоевал титул чемпиона WBC, победив Ишамацу. Самые знаменитые его бои были против Роберто Дюрана. В 1974 году Хесус отправил Дюрана в нокдаун в первом раунде и выиграл бой по очкам. А в реванше 1974 года Эстебан также отправил Роберто в нокдаун в первом раунде, но проиграл нокаутом в 11-м. Всего пуэрториканец провел 62 боя, 57 из которых выиграл, причем 32 победы были нокаутами. Но иметь славную молодость недостаточно, нужно прожить почетную старость. Последние годы карьеры Эстебана пошли в суровое пике в направлении преисподней. Он связался с мафией, из-за чего потерял все деньги, уходил в жесткие запои и подсел на героин. В день благодарения 1980 года, будучи под кайфом, де Хесус отправился на машине в неизвестном направлении. По дороге у него возник конфликт с 18-летним Гонсалесом, который Эстебан решил выстрелом в голову молодого парня. Чемпиону присудили пожизненное заключение, но он недолго пробыл за решеткой, так как в возрасте 37 лет скончался от СПИДа. Карлос Монсон – аргентинский король среднего веса, который с 1970 по 1977 год владел поясами WBC и WBA, защитив их 14 раз от посягательств конкурентов. За свою яркую карьеру Карлос провел 100 поединков, 87 из которых выиграл, 9 судей свели в ничью при явном преимуществе аргентинца и 3 проиграл. Но во всех трех случаях мстил обидчикам в реваншах, забирая победы. К сожалению, семейная жизнь Карлоса была не менее яркой. Он неоднократно ломал лицевые кости своей жене Мерседес Беатрис. Та, в свою очередь, как-то приревновала мужа и дважды в него выстрелила, угодив в руку и плечо, оставив пулю в теле Монсона на всю жизнь. Но ревность была не беспочвенной. Каждый второй журнал красовался фотографией Карлоса и очередной его любовницей из мира кино или моды. А попойки в богемном обществе уже никого не удивляли. Но в 1988 году очередной роман с уругвайской моделью Алисией Муниз, который длился уже 10 лет, закончился тем, что Алисия выпала с балкона второго этажа и разбилась насмерть. Карлос бросился за ней, но сломал лишь ключицу, впоследствии рассказывая, что хотел ее спасти. Вскрытие и расследование полиции показало, что перед тем, как выпасть с балкона, любовница была избита и задушена, а падала уже без сознания. А тем временем их 6-летний сын спал в соседней комнате. Монсон получил всего 11 лет тюрьмы, отсидел из которых 6. После выхода на свободу он поехал проведать родителей и на обратном пути попал в аварию, разбившись насмерть. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео в соцсетях. А в комментах напишите, смогли бы вы выдержать тяжесть славы. А поддержать канал и получить мою благодарность вселенской силы вы можете, став спонсором канала даже за символическую сумму в пару долларов по ссылке в описании или возле кнопки подписаться, увековечив свое имя в конце видео и получив плюс 100 к карме. А если вы хотите привести себя в форму и освоить навыки самообороны и ударной техники в стиле муай-тай,
Подписывайтесь на мой второй канал по ссылке в описании или забирайте бесплатные видеокурсы также по ссылкам в описании. И не забудьте подписаться на телеграм-группу «Движуха с Федоровичем», куда я даю полезные фишки, наработки, мотивирую и анонсирую предстоящие спортивные движухи. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Пика! Защита! Нога разгладь! То любого человека, вот я могу двумя пальцами взять у человека вот так вот кадык достать, понимаете? Не напрягаясь. Как бы не отходим от этого образа, представляем, что мы медведи. Нас окружили волки. Начинаем танцевать и отбиваться соответственно. Хоба, хоба, оба. Вот так.